Полезное, натуральное и вкусное. Готовим тот самый турецкий салат кашык от Серкана Балата. Ингредиенты простейшие. Нам понадобится мелко нарезанный красный помидор, один огурец и один желтый помидор. В оригинале половинка красной луковицы, у нас это лук обычный. Добавляем по вкусу перец и сумах, который мы заменили приправой для курицы, что нашлось в холодильнике. Также выжимаем сок половины лимона и добавляем оливковое масло. Конечно же, это масло Алтария, смотрите, какой удобный дозатор. Последнее — это петрушка. Смешиваем, наслаждаемся и ждем своего Серкана Балата.